Если вы хотите подобрать себе какое-то устройство и при этом сэкономить деньги, то в этом случае вам поможет многофункциональный сервис e-каталог. Здесь не продают товары, а помогает выбрать наиболее выгодное предложение. На сайте присутствует возможность фильтрации товаров, также можно сравнивать выбранные товары. E-каталог покажет все характеристики, отзывы, фотографии, даже видео. E-каталог — это ваш консультант правильных интернет-покупок. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие зрители, это новый выпуск по моему твинку. Вы все ждете новые стримы, новые видосы и развитие на этом аккаунте, и вам постоянно интересно, что же здесь меняется, и как высоко я поднимаюсь. Значит, друзья, я планировал сегодня записать выпуск, как я дохожу до 4000 кубков. Значит, максимум сегодня я смог поднять — это 3898. Это просто смешно. Вы уже знаете мою прокачку, здесь ничего не меняется уже несколько дней. Меня это бесит, потому что в сундуке фортуны задолбал падать хок. Нахера мне хок? Он у меня 9.9. Ну серьезно, уже можно даже так сказать. Мне его до 10 докачать его уже можно. Нахера мне хок 10? Мне зап надо поднять, мне надо поднять палача, мне надо торнадо поднять. Этого не хватает, друзья. Мой зап не убивает 12 копейщиков. Это так угарно. Я вам сейчас могу этот момент даже показать на повторе. Короче, 4000 еще не могу с этой прокачкой. Сейчас мы проведем парочку онлайн-атак, посмотрим, что получится. Сейчас я вам просто хочу показать один момент. Вот, запускаю я хога, смотрите, он выбрасывает копейщиков. Чекайте. Я такой думаю, сейчас использую зап. Пау! А копейщики живы. Как это классно. Короче, реально не хватает прокачки немножко. Вот меня бесит, что хок и пека у меня прокачаны, а остальное у меня в небольшой жопе. Также мне подбирается 13 элитные варвары. Да, такое тоже есть. Вот, вот я его выиграл. 13 элитные варвары. Ну, это ладно, это как бы даже весело. Поехали в бой. Меня не бомбит от того, что я, да, не могу их выиграть. Я просто вам говорю по факту. Мне не хватает этой прокачки. Вот эти мили, вот этот мили урон от запа, он реально очень решает. Поэтому, к сожалению, 4000 вам показать сейчас не могу. Поэтому ждем сундук фортуны хотя бы с запом. Вот зап хотя бы прокачать. Все остальное окей, нормально, достаточно. Да, в принципе, можно и с этой прокачкой дойти, но мне придется прям пипец сколько потеть, и, наверное, это не за раз. А я хочу вот так вот раз одним дублем записать видео и все. К сожалению, так у меня не получается сделать. Ладно, я пока не буду подбрасывать ничего в атаку, закину поизон, заодно ведьму там съем. Вот так вот звучит это странно, да, съем ведьму. Но это так. Ну, не до конца мы съели ведьму, очень жаль. Так, я жду орду мух какую-то, чтобы... Нет, орды мух я не вижу, к сожалению. Так бы торнадо зап. Орда мух подбирается мне 12 уровня. Да, 12 комонки. Это, ребята, норма для 3800, я так понял. Раньше это не было нормой. Так. Очень страшно использовать зап, но придется. Я боюсь, что там будет армия скиллов. Капец. Так, поехали. Ледяной дух плюс хок. Так. И... Отлично. Вау. Кладбище фриз. Опасно. Надо, значит, poison беречь. Блин, интересно, какого уровня у него фриз? Чё? Это 11-я валькирия? Или мне мерещится? У меня двоятся цифры. Нет, не может быть. 11-я рарки. С ума сойти. Так. Ведьма, я понял тебя. Ну что ж, блин, не хочу ставить, ой, выбрасывать poison. А вы слушайте, а он, короче, меня заставит это сделать. Вы понимаете, он сейчас поставит сборщик, мне придется запау, хорошо. Так, все, отлично, гиг-скелет сдохнет же или нет? Походу гиг-скелет, а не, сдохнет, отлично. Так, палач еще пару там тычек даст. Слушайте, а он сейчас скинет фриз и все. Ладно, используем poison. Быстрее, сдыхайте. Все, отлично, вы сдохли все. Так, и вот так. Там еще у него эти огненные духи. Давайте попробуем с помощью запа как-то всех остановить. Мини-фриз, отлично, но этого недостаточно. Блин, что ж делать. Ладно, палач. Poison. Пожалуйста, палач, согрись на валькирию и мага. Хорошо. Хорошо, хок, пожалуйста. Блин, не сдохли валькирия и маг. Да что ж такое, а? Хок, давай, тащи, хок. Давай, пару тык тебе дал сделать. 55 хп. 55 хп. Poison, успеешь добить? Это смешно.
Поехали дальше. Блин. Да, 4000 это не торт. Это не торт. Блин, я сегодня надеялся, что мне в сундуке фортуны подберется там зам хотя бы, блин. Я уже какой день жду? Суперсел, нахрена мне Хог? Он у меня и так 9-го. Так. А чё он Хога-то... Ух ты, блин, какой. Ждал, ждал, пока дух сагрится на вышку. Опа. Опача. Шарик. Так, ледяной дух. Быстрей. Но тыку сделай, да, шар? Да, конечно же. Вау, спарки. Так, ладно. Тут я буду, наверное, пеку готовить. Опа. Так, а как бы пеку выбросить, чтобы и валькирия пошла на пеку? Давайте вот сюда, наверное. Оп, тихо. Ах ты ж, блин, не получилось. Да, сука, да остановись. Чего у тебя так много эликсира? Не понимаю, блин. Чего так много эликсира? Блин, зап тратить уже не буду. Да капец, мегамуха, блин. Меня тут вообще эликсир не успевает крутиться. Класс. Так, не, ребят, следующий проект будет либо сугубо фан-фан-фан, это там что-то с зеркалом прям фановое-фановое, не рассчитывать на 4000, там 3000 максимум, либо это будет адекватная колода. Я на это не подписываюсь. Вы можете писать сколько угодно, ты играешь на уровне там 4000, ни хрена не 5800, мне все равно. Я такими колодами дебильными просто играть не могу. Я вот с големом, вы просто вспомните, с големом я минимум поражений делал. Я просто всех подряд, вот так, как семки эти, мне не важно какая прокачка, я просто всех выносил. Вот этой дебильной декой, она хоть и фан, но она дебильная, я не могу с ней играть. Возможно, да, вы, кто-то сыграл бы с ней лучше. Но я некомфортно себя чувствую. Вот проигрывать таким игрокам, нет, я не готов. Уж извините. Ну давай, 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 скелетиков за один эликсир, за... Шар. Блин, пипец, вы просто посмотрите... Как мне приходится много карт тратить. Вот я трачу торнадо, да? А Хога уже контрить нечем. Так. Там уже сейчас вторая спарки пойдет. Вот это плохо. Давай, выстрели хотя бы по элитному варвару. Хорошо. Хорошо. Давай, 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 давай. Отлично. Так. Хорош, хорош. Так, поехали. Хога мы не пропустим, у нас есть торнадо. Так, валькирию он слил, хорошо. Ну, поехали, попробуем вынести его. Зап. Попробуем его вынести именно так. Так, Хог пошел. Зарашили, да? Неужели мы зарашили его? Да, ребят, мы его зарашили, мне повезло. Или еще нет? Еще нет. Фух. Так, отличная игра, хорошо. Капец, вот это нарик. Гик плюс пар... гик плюс... ой, Хог плюс спарки. Так, ладненько. Ну что, пошли, поехали, пошли, еще один бой. И буду на этом завершать, друзья. Ну честно, как-то, блин, была бы колода хотя бы адекватная. Я не знаю, я, если в сундуке фортуны не будет, на 4000 остановлюсь. Просто я дальше не хочу, как-то сложно. Либо надо колоду нормальную делать, а я не хочу опять донатить по 100 тысяч гемов, чтобы новую деку прокачивать. И то 100 тысяч гемов этого будет недостаточно, уже надо эту докачивать. Я вам говорю, следующий проект будет либо с адекватной колодой какой-то, топовой. Вау, парень выбросил гига на пеку. Прям спасибо тебе, я прям... Так... Быстрее-быстрее призрака. Чикс. Шикарно. Блин, это просто подарок. Так, сюда подойди. Сюда подойди, тут надо с тобой поговорить. Все, свободен. Поехали. Так. Шикарно. Пока все идет по плану. Тинс. Пу. Так, переагриваем вышку. И сносим ее. Да парень сам, короче, сливается. Я не знаю, нафига он подбрасывает гиганта на этого, на пеку.
Так вот, следующее, у меня следующий проект, я говорил, что будет либо зеркало, фуловые и остальные карты первого уровня, но это чисто фан, и я знаю, это 3000 максимум, но это чисто по фану. Вот, а вообще, в дальнейшем, я планирую делать проекты только с адекватными колодами. Будем их выбирать, будем прокачивать, и будем апать кубки. Вот. Только, ну, конечно, будем какую-то эксклюзив, будем какой-то сохранять. Что-то будем, ну, чтобы подогревать интерес, возможно, там 4 карты прокачивать, 4 нет. Какой-то эксклюзивчик должен быть в деке. Ну, об этом, про это надо думать, об этом поговорим потом, естественно. Ну, точно больше вот такого, такой фигни у меня не будет. То есть, ну реально, ну либо я плохую деку составил с элитками, можно было что-то и нормальное, я не знаю. Потому что, ну, мне не заходит эта дека. Она такая, знаете, в ней неудобно, это как, я не знаю. Ты одел шмотку, которая тебе нравится, но тебе в ней неудобно ходить. Вот это то же самое, она такая, эта дека дорогая, плохо прокручивается цикл, дека не подхога ни хрена. И я, знаете, просто мотив этой деки был в следующем. Я думал, что вот я пеку поставлю, я выброшу там палача за этим всем делом, торнадо использую и все, я просто сделаю жесткий пуш. Но нет, это так не работает здесь, я не знаю. С големом, да, с големом еще можно было бы. Зап. Так, я же надеюсь, мы не проиграем ему. Так. Так. Замечательно. Все, это победа. На этом я буду завершать, потому что, ну... Мне надерут зад, я чувствую. На 4000 пока я не могу. Хотя, не, если бы постарался, может быть и смог. То есть, как бы, ну, тут осталось 130 кубков, куча поражений бы было, но я бы смог. Но пока не хочу, пока не хочу. В общем, ждем, ребята, сундук фортуны. Подписывайтесь на канал, ставьте побольше лайков, чтобы как можно быстрее мне нужные карты в сундуке фортуны или в магазине появились. Потому что, ну, хватит мне давать хога, он и так у меня 9 уровня. Мне вот так вот хватит 9 хога, чтобы апать дальше кубки. Мне надо остальные карты. Пожалуйста, суперсел. Ну, давайте. Как-то там подсуетить этот рандом, потому что галочку я на вот это предложение для себя не просто так поставил. Мне лава, фриз не надо и бомбер. Давайте литых варваров лучше. Все, ребят, на этом буду прощаться. Спасибо за просмотр. Я знаю, что-то в последнее время, когда я проигрываю на твинке, много негатива, мол, ты не умеешь играть и ты вот неправильно сделал там. Пишите, советуйте мне, я буду читать и справляться. Спасибо всем, до новых встреч, не болейте, всего хорошего и пока.